Югорские рестлеры вновь лучшие на чемпионате мира. Накануне в Румынии завершился мировой турнир. Помериться силами приехали около 1500 рукоборцев из 56 стран мира. В заключительный соревновательный день весовой категории до 55 килограммов Алина Волкова заняла первое место левой рукой. А титул сильнейшего у мужчин весовой категории до 70 килограммов завоевал Олег Черкасов. Отмечу, что югорчанин выиграл две золотые медали правой и левой рукой. По итогам мирового чемпионата Олег Черкасов был признан лучшим армрестлером года.